Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые зрители моего YouTube-канала. Сегодня у нас продолжается серия чтений, называется «Абалмасовские чтения». Значит, я немножечко вам покажу через свой дерьмоскоп, что мы читаем. Значит, у нас будет сегодня книжечка «Ортопедическая стоматология» Николая Гавриловича Абалмасова, Николая Николаевича Абалмасова и Михаила Сергеевича Сердюкова. Что у нас? Мы прочитали с вами в прошлый раз предисловие всего лишь к этому изданию. Вот и сегодня мы дальше будем продвигаться, читать введение и цели, и задачи ортопедической стоматологии. Значит, ну, у меня нет цели кого-то обидеть или оскорбить. Я, как видите, являюсь покупателем этой книги. Я приобрел ее себе для того, чтобы что-то понять новое. И сегодня мы поближе познакомимся с ней. Значит, страничка номер 9. Мы пропустим предисловие. Уже с вами об этом поговорил достаточно. И перейдем к введению. Ортопедическая стоматология является разделом общей стоматологии и самостоятельной частью общей ортопедии. Термин «ортопедия» от греческого «ортос» – «прямой», «правильный» и «педия» – «воспитание» был предложен в 1741 году французским хирургом Николя Андри, значит, жившим с 1658 по 1742. Что-то за год до своей смерти старик Андри сказал «ортопедия», значит, и благополучно почил. Являясь основателем научной ортопедии, он впервые назвал так специальность, которая занимается изучением профилактики и лечением деформаций человека. Вводя этот термин, Андрей имел в виду прежде всего правильное физическое воспитание и детей, и он определял эту ортопедию как искусство предупреждения и лечения деформации тела у детей. В настоящее время ортопеды занимаются лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и взрослых, пользуясь при этом функциональными, аппаратными, протезными, хирургическими способами в сочетании, значит, между собой различными методами. В области зубной системы, это, конечно, дичь, вот эти протезные способы и зубная система. Но, скорее всего, мы сейчас подойдем потихонечку к таким более значимым главам. То есть введение – это пока так, водичка. И с точки зрения вообще педагогического процесса, пока что то, что я читаю, мне нравится. Пара терминов ничего особо не значащие для нас. Так, значит, в области вот этой самой зубной системы, челюстно-лицевого скелета, челюстно-лицевого, да, скелета. Также задачи, такие же задачи стоят и перед ортопедической стоматологией, которая, возникнув на базе зубного протезирования, прошла длинный путь развития. При этом не только совершенствовались методы протезирования и расширялась область их применения, но и шла борьба. Борьба с узким практицизмом, характерным для зубоврачевания в начале XIX века. Значит, на ранних этапах развития, ну там же как, боролись между кем? Боролись, значит, врачи с врачем, с медицинским стоматологическим образованием, они боролись с цирюльниками, кровопускателями, значит, зубодерами. Ну, собственно говоря, они формировали рынок, потому что врачи брали оплату больше, дороже, и, соответственно, тут это было просто вопрос прагматического отжимания, значит, от кормушки всяких бездарей и вот, значит, монополизация отрасли. На ранних этапах развития задачи зубного протезирования ограничивались лишь замещением уже имеющихся дефектов зубов и зубных рядов. Процесс же образования их и деформации практически выпадал из поля зрения врача. И лишь со временем возникло профилактическое направление, характерное для современной ортопедической стоматологии. Но я считаю, что здесь, конечно, Николай Николаевич нам начинает продвигать какую-то такую достаточно смутную идею с тем, что там за какая-то профилактическая ортопедическая стоматология. Значит, ну, у Николая Николаевича, значит, есть такая
Особенность, что из 10 слов, которые он пишет или говорит, 7 можно сразу выкинуть, а оставшиеся 3, значит, надо как-то переставить местами, чтобы начал появляться какой-то остаточный смысл. Поэтому я, конечно, не думаю, что в самом начале развития вообще вот этиология, причина возникновения вот этих всех деформаций никому были не интересны. Тут, скорее всего, Николай Николаевич всех меряет по своей мерке, вот, потому что, в общем-то, в прошлом было очень много талантливых врачей, которые на тот момент, когда вообще все это появлялось, изобретали очень достаточно неплохие стоматологические инструменты и вообще как бы, ну, сделали очень много, в том числе и для понимания этиологии тех или иных ортопедических проблем. Но формирование профилактического направления в стоматологии, наверное, следует относить именно к профилактике стоматологических заболеваний, как в разделы гигиены, вот, а не ортопедии. То есть ортопедия – это, я не оспариваю, это венец стоматологии, да, потому что она возвращает человеку утраченное, вот, а профилактика – это самостоятельное. Но так как, кафедры профилактики в Смоленском, значит, стомате нету, и Николай Николаевич, видимо, это не проходил, то, в общем, он как бы считает почему-то, что профилактика – это часть ортопедии. Ну, ладно, хорошо, бог с ним. Будем стараться терпимее относиться к чужим заблуждениям. Блестящие работы русских ученых и, значит, Сеченова, Боткина, Павлова, Быкова оказали огромное влияние не только на общую медицину, но и ортопедическую стоматологию. Ну, это мне напоминает такую вещь, как вот в Институте микробиологии, значит, в советское время на экзамене, не в Институте микробиологии, в Институте Гамалеи, в нынешнем Институте Гамалеи, значит, тогда это, значит, были, по-моему, там какой-то вакцины или что-то такое, сдается экзамен, и всегда в советских, значит, медицинских билетах экзаменационных были вопросы, значит, там предмет, какая-то практическая, значит, часть, какое-то заболевание нозологическое, значит, и обязательно был вопрос из истории КПСС. История КПСС, значит, и готовясь, обязательно нужно было немножко держать в голове, значит, эту особенность и что-то рассказать, уметь о также вот линии компартии. И девочка одна, отличница, умница, значит, она рассказывает микробиологию, оттараторила все просто от зубов. Бактерии, вирусы, ядра, там, биохимия, все рассказала, значит, ну, приемная комиссия, значит, экзаменационная, в восторге, значит, и она говорит, и вот последний билет, значит, влияние, значит, микробиологии на построение там какого-то, значит, успешного советского общества и развитие, значит, достижения народного хозяйства. Все такие, ну да, хорошо, пожалуйста, продолжайте. И она говорит, ну и как говаривала покойная Гамалея, значит, вот микробиология нам позволит пораздить кораблям просторы Вселенной. Гробовая тишина, значит. Испуганно переглядываются между собой экзаменаторы. Девочка по лицам экзаменаторов понимает, что она сморозила, значит, какую-то херню совершенно собачью. И замолкает. Значит, с самого края стола тщедушный старичок тянет трясущуюся руку, значит, и натужно, значит, как-то, значит, пытается встать. И все, значит, так вот немножечко приседают как-то, значит, и он говорит... «Девушка, у меня всего два замечания. Первое, я еще жив. Второе, хоть я уже там 20 лет не являюсь мужчиной, женщиной я еще не стал». Вот этот вот абзац, это абсолютно вот такой же анекдот, что, значит, Боткин был великим ортопедом, стоматологом. Павлов, значит, изобретал и ложки, значит, для снятия слепков. И Сеченов, значит, тоже делал съемники прекрасные. И вот эти, значит, 4 человека, они оказали огромное влияние, значит, на общую медицину и ортопедическую стоматологию. Значит, что это помогло? Это помогло отказаться от локалистических воззрений.
которые в свое время господствовали в зубном протезировании. Потому что я так вижу, что, конечно, вот эта зубодерня и зубное протезирование – это такой скелет в шкафу ортопедической стоматологии, который, в общем-то, будет долго еще не давать покоя нашим отечественным авторам. Но потихоньку мы его как-то переживем и утилизируем. В настоящее время ортопеды-стоматологи рассматривают организм в его единстве, а процессы, протекающие в полости рта, объясняются влиянием факторов как внешней, так и внутренней среды. Ну, в общем, похвально, шикарно. Челюстно-лицевая система, она представляет собой чрезвычайно сложную совокупность органов, которые в течение всей жизни человека повсеместно подвергается воздействию местных общих болезненных процессов, а также травм в бытовой и военной обстановке. О, как хорошо, военная обстановка. Ну, в общем, Николай Николаевич молодец. Прежнее протезирование, зубоврачевание, протезное зубоврачевание, конечно, в скобочках, в кавычках сделано протезное зубоврачевание. Не знаю, отношение автора к этому термину, словосочетанию, не до конца понятно для меня. Нам уже скоро надо будет останавливаться, нам хотя бы одну страничку сегодня мы дочитаем. Стало давно пройденным этапом в стоматологии. Современная ортопедическая стоматологическая стоматология занимает соответствующий уровню ее развития положения и имеет четкие перспективы для дальнейшего роста. Теоретические и практические аспекты всех разделов специальности находятся в теснейшей взаимосвязи. Ортопедическая стоматология опирается на достижения фундаментальных наук, в частности, физики, химии, таких дисциплин, как материаловедение, сопротивление материалов, ну, сопроматными словами. Металлургия, высокомолекулярная химия, технология металлов, пластмасс, керамики – важное значение имеет теория литья и штамповки, прокатки, ковки. Ну, конечно, еще. В общем, Николай Николаевич просто тут красиво сейчас, ну, практически на четверть страницы рассказывает, как сложно, значит, устроена жизнь. Биологии человека с постоянно развивающимся разделом человека-среда. Я, если честно, ну, в общем, наверное, в силу своей скудости пока не особо знаком с разделом человека-среда. Вот. Но человек и четверг, он мне этот раздел нравится больше, потому что он ближе к пятнице, и там уже как бы легче воспринимается все. Фармакология, фармакокинетика клиническим разделом, разделы медицинской науки, общей ортопедии с ее основами в лечении заболеваний костно-мышечного системы и организма человека. Значит, таким образом, современная ортопедическая стоматология – это область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез болезней, аномалий, деформаций, повреждений зубов, челюстей и других органов, полости рта и челюстно-лицевой области, разрабатывающая методы их диагностики, лечения и профилактики. Она состоит из общего и частных курсов. Общий курс является пропедевтическим, то есть подготовительным. От греческого пропедеутио – обучаю предварительно. Он включает краткий анатомо-физиологический, о, мы уже заканчиваем, тут немного нам осталось, очерк жевательного аппарата, вопросы биомеханики, окклюзии, артикуляции, общие специальные методы обследования больного, диагностику, оценку полученных при этом признаков болезни, симптоматику или семиотику, материаловедение, а также лабораторную технику, методики изготовления протезов различных ортопедических аппаратов. Есть частный курс, включающий в себя три основных раздела: зубное и челюстное протезирование, челюстно-лицевую ортопедию и материаловедение. Основное место занимает, конечно, протезирование, которое включает в себя диагностику, клинику, опять профилактику. И непонятно, главное, если это так важно, это сраная профилактика, почему она все время у него на третьем месте? Почему не начать с профилактики, да? Замещение дефектов зубов и зубных рядов целиком, возникших в результате какой-либо патологии. Значит, дальше. Челюстно-лицевая ортопедия, она изучает диагностику, клинику, опять профилактику, вопросы протезирования, исправления деформации уже челюстей целиком,
лица всего, возникшего в результате травм, заболеваний и различных операций. Между перечисленными разделами ортопедической стоматологии нет четкой границы. Однако важно, чтобы их изучение шло с определенной последовательностью, от простого к сложному. Материаловедение – это наука, это третий раздел, уже последний, о свойствах материалов, их происхождении, строении, возможных изменениях, происходящих в них под влиянием различных факторов. Ну что ж, это на самом деле круто, да, вот спасибо, Николай Николаевич, дорогой наш любимый Николай Николаевич, за такое яркое, блистательное введение и цели задачи ортопедической стоматологии. Значит, мы достигли 10-й страницы, и я могу сказать, что пока что в этой книге только дистиллированная вода, и я ничего из нее не почерпну. Но с точки зрения педагогики и методологии преподавания, я считаю, что вот страницу номер 9 и 10 на всех кафедрах ортопедической стоматологии нужно учить наизусть. Вот просто вот как отче наш. Если ты не выучил вот эту страницу целиком, с запятыми, интонируя, вот как театральное, по сути, искусство, ты не ортопед. Ты просто бездарность. Потому что здесь очень красиво описана вот вся вот эта взаимосвязь, которая нам нахрен не нужна. Значит, я на сегодня пока с вами остановлюсь. Вот, мы будем продвигаться с каждой страничкой все ближе и ближе к каким-то интересным моментам, и дальше мы потом, значит, посмотрим, что нас ждет.